Мария плакала в саду, печаль терзала грудь. Нет, никуда я не пойду, к Спасителю мой путь. Был здесь, в пещере погребен, глядит, смахнув слезу. Вдруг слышит голос: «О, это Он! О, это Иисус!» В сиянии вечной красоты предстал пред ней Христос. Сошел мир с неба с высоты, и на глазах нет слез. Рано утром на рассвете таял в небе Млечный Путь. Шли три женщины ко гробу, чтоб на Господа взглянуть. И дорогой рассуждая, что же делать, как нам быть? Кто откроет нам пещеру, сможет камень отвалить? Вот готовы ароматы, чтоб помазали Христа. Если стража нас прогонит, что же делать нам тогда? А когда пришли, о чудо, камень в стороне лежит, а на камне ангел Божий весь сияние сидит. Он сказал, как громом грянул, взгляд, как молнии с небес: «Вы пришли к Иисусу, знайте, Его нет здесь, Он воскрес, Христос воскрес!»